нас еще только три человека, кто работает в магазине. Самые шустрые, видимо, будут работать в магазине. Ну и так, мальчики, вы у нас работаете в магазине, так что тоже обладаете властью. У вас есть своя заработная плата. Магазин находится у нас в том шатре, у него тоже будет определенный режим работы. Соответственно, в магазине вы можете купить как сладости, так и определенные сюрпризы и интересные варианты. То есть сюрпризы, некоторые сертификаты могут вам попадаться, а также можно купить поощрение. Вот, например, в одном из поощрений может быть не ходить на зарядку в течение одного дня. Так что подумайте, что вам лучше купить что-то сладкое, вкусное, либо что-то приятное для вас. Итак, у нас продавцы, поздравляем вас со своей заработной платой, вы тоже ее будете получать.